Итак, у нас очередной сюжет нашего научного журнала, который посвящен помощи молодым ученым в составлении их научной работы и написанию публикаций и других форматов научных трудов, статей, тезисов, докладов, ну и так далее, что, в общем-то, будет актуально. Мы научились за это время нескольким полезным навыкам. Первое. Мы параллельно работаем всегда в двух окнах. В правом – это окно оригинальной статьи, с которой мы работаем. В левом окне мы работаем с переводом статьи, который готовится заранее. А также у нас есть наш файл, да, который называется «Тема», в данном случае вот он. Можно немножко масштаб уменьшить. Он находится вот здесь внизу, да. Это файл, в который мы пишем тезисы и другие важные моменты для нашей научной работы, ну, по факту для диссертации. Здесь отмечаются, в первую очередь, важные тезисы. Второе, здесь мы упоминаем важные мысли, которые мы черпаем из источников разбираемых. А также, как можно заметить, где-то мы уже делаем пометки и сопоставляем те источники с тезисами, которые мы используем. Посередине у нас есть тонкая полосочка вертикальная. Это папка с нашими источниками. Да? Можно вот в нее нажать, пожалуйста. Да. Здесь собираются источники, которые были уже обработаны. Мы их нумеруем в сквозном порядке по мере того, как обрабатываем. И, соответственно, им присваиваем порядковые номера от единицы, ну и до бесконечности, сколько нам будет необходимо для составления научной работы. Смысл параллельных вот этих нескольких задач в следующем. Чтобы мы формировали собственную базу источников, они были уже пронумерованы, и вернемся в файл. И в нашей подготовленной записке, пока еще очень, ну, может быть, не такой яркой и насыщенной, уже сразу упоминались те источники в соответствии с теми аргументами или тезисами, которые мы сохраняем в соответствии со своей темой научной работы. Давайте промотаем теперь вниз. Что нам удалось сделать полезного еще за это время? Вот у нас было несколько встреч, которые были посвящены исключительно разбору источников. Нам удалось выработать некую концепцию, где мы разделили. Конкретно данная работа научная будет посвящена причинам образования рецессии десны. Одиночных, множественных, генерализованных, ну и, в общем-то, любых. Пока мы не делаем какого-то акцента более дифференцированного, мы говорим обо всех возможных причинах. То есть, по сути, мы занимаемся исследованием этиологии по литературным источникам на различных языках. В русском языке, в первую очередь, на котором мы пишем, английском, как международном языке. Ну и нам будут встречаться еще другие языки, где в той или иной степени могут быть более детализованно представлены те или иные тезисы или аргументы, или какие-то особенные исследования, проводимые авторами. Для себя мы выработали на сегодня некую структуру причин по их степени влияния на возникновение рецессии десны. Это основные факторы возникновения рецессии десны, то есть ведущие. Это факторы сопутствующие, которые могут как положительно влиять, то есть уменьшать степень проявления рецессии десны, так и отрицательно влиять, то есть усугублять при их наличии степень уже имеющихся рецессий десны, ну или при наличии пограничных состояний приводить к их первичному возникновению. Хотя, по сути, эти факторы не являются истинной причиной. Поэтому им выделена отдельная группа. И следующая группа – это факторы риска. По сути, это условия, в которых происходит возникновение первичной рецессии десны и их дальнейшее развитие. То есть это окружающие условия, это условия среды. Каким навыкам мы еще научились? Мы сохраняем обязательно после добавления всех источников наш основной файл для того, чтобы ничего не терять.
И также обращаем внимание на источники самой статьи. И если по названию и по свежести, да, в соответствии с требованиями диссертационного совета и ВАК, действующего в Российской Федерации, мы выделяем те источники, которые могут иметь какую-то смысловую нагрузку и быть полезными для нашей научной работы. Сегодня мы рассмотрим фрагмент статьи и разберем одну из статей последующих. Да, тогда мы возвращаемся в перевод и посмотрим, как происходит обычно эта работа. Мы остановились. Состояние надкостницы при дегесценции и рецессии десны. Да, авторы данной статьи обзорной, к сожалению, не указывают источники. Скорее всего, статья действительно является обзорной и рассматривает всесторонне эту проблему, перечисляя те исследования, которые могли бы так или иначе повлиять положительно на результат, то есть непосредственно на образование рецессии десны. И, как видят авторы в данном случае, основной причиной является именно дегесценция, то есть отсутствие по всей площади высоты или объема костной ткани в области зенита рецессии десны, которая должна обеспечивать в норме поддержку мягким тканям. Ну а соответственно, при наличии дегесценции, то есть отсутствие этого объема костной ткани, у нас и происходит так называемая ретракция мягких тканей десны, в результате чего идет образование рецессии. Надкостница при дегесценции, да, и образование рецессии десны. Мы читаем, конечно же, русский перевод. Мы используем любой подручный переводчик, любого распространенного обозревателя интернета и поисковой системы. Надкостница прочно вставляется в поверхность кортикальной кости. Ну, понятно, да, что она прикреплена очень прочно и непосредственно к компактной кости. Потому что на любой поверхности костной ткани альвеол имеет место, конечно же, надкостница. И шарпеевские волокна, как они называются здесь, волокна шарпей, они вплетены с одной стороны в волокнистый слой надкостницы, а с другой стороны в... В соединительную ткань. И они обеспечивают это плотное соединение. Это, по сути, есть прикрепление к соединительной ткани к надкостнице. Угу. Если я не ошибаюсь, на самом деле шарпеевские волокна, они обеспечивают соединение кости со связкой зуба. Ну, то есть это и есть связка зуба внутри. То есть сами волокна периодонта? Их открыл вот ученый по фамилии Шарпей. А это и есть так называемый периодонт или периодонтальная связка. Угу. То есть шарпеевские волокна являются непосредственно структурной единицей периодонтальной связки, которая с одной стороны соединяет кость, а с другой стороны с поверхностью зуба. И при наличии надкостницы на кости, соответственно, ее состоятельности, конечно же, обеспечивается плотное прикрепление поверхности. Речь здесь идет не о эпителиальном, а соединительно-тканном прикреплении. И как тут написано, они прикрепляются в костный матрикс. Ну, непосредственно, на самом деле, они крепятся не в матрикс прям совсем, а к поверхности межклеточного вещества, которое называется матриксом, состоящего из коллагена, ну и в том числе много других компонентов, да. И минеральных в том числе, это гидроксиапатит кальция пятиводный в виде кристалла гидрата, который выкристаллизован на поверхности волокон коллагена, и сама ориентация пучков волокон коллагена, которые представлены слоями. Соединительная ткань надкостницы разделена на два смежных слоя, наружный и внутренний. Ну, в общем, здесь идет на самом деле описание анатомии, которое можно взять в любом толковом учебнике. Да. В качестве примера мы можем привести последний фундаментальный учебник, который был опубликован первично в 83 году. Это пара канадских анатомов и физиологов Хэм и Кормак. Называется учебник «Гистология». И вот данная конкретно структура, она описана в 14 главе, где речь идет о хрящевой ткани, ну а конкретно про надкостницу в 15 главе, где очень подробно и детализировано расписано различие и структурная составляющая,
наружного, то есть волокнистого слоя надкостницы и внутреннего камбиального клеточного слоя, который непосредственно и обеспечивает при необходимости рост или восстановление, или, ну и так далее, различные другие процессы. Здесь в статье очень это сжато представлено. Тут написано, что внутренний слой надкостницы непосредственно связан с кортикальной поверхностью кости. Да, действительно, он имеет некое прикрепление, волокнистое исключительно. Он богат остеобластами. На самом деле остеобластов в его слое нет совершенно. Он богат остеопрогениторными клетками, которые находятся в спящем состоянии. И толщина надкостницы именно камбиального слоя составляет 1,5-2 клетки в толщину. Это в норме, это спящая надкостница. Если мы производим какие-либо процессы, как, например, отсепарируем надкостницу, формируя полнослойный лоскут при лечении рецессии десны, или повреждаем ее, например, асфатором, то надкостница переходит в период активного деления, потому что, первое, она не соединяется с сосудами кости, и клетки от этого, естественно, получают сигналы, тем самым переходя в активное состояние. Ну и второе, за счет того, что часть клеток самой надкостницы, она попросту умирает. И от этого надкостница начинает активно делиться. За счет того, что между клетками надкостницы спящими прерываются контакты, вот по этой полосочке тонкой, они начинают активно делиться, и надкостница утолщается до 20 раз. Это физиологический механизм. На самом деле мы не будем на этом останавливаться. Это подробно описано в книжке Хэма Кормак, которую рекомендовано прочитать всем, кто будет писать какие-то научные работы по биологии, медицине, там, физиологии, анатомии и так далее. Нормальной или патологической.